Всем добрый вечер. Приехал от Самвела. Был на его квартире. Вместе с ним там смотрели. Там кое-что надо и покрасить, и пошпаклевать. Ну, работа есть. Надо будет вначале материалы купить, а потом уже начинать работать. Да, там, конечно, потолок и надулся, и пустота есть. Но надо будет лестницу и постучать хорошо. Я не думаю, что он завалится. Все равно эта дранка, что она держит. Не все ж доски перегнили. Я, честно говоря, с той дранкой я никогда не сталкивался. Не знаю, это если там, например, начинать разбивать, то там такой кусок, дай Боже, может гепнуться. То надо тогда заново весь потолок делать. Ну, конечно, там если делать, если там жить, это, если сдавать кому-то, то такой косметический ремонт то пойдет. А если жить, то надо, конечно, или натяжные потолки делать, или из гипсокартона. А так-то косметический ремонт сделать, ничего страшного, не завалится тут потолок, я не думаю. Тем более там на крыше ремонт сделали, уже не протекает. Оно со временем, может, когда-то и протекало, конечно, бы видно, что такие пятна желтые на стене. Я говорю, не на стене, а на потолку, то оно, конечно, протекало. Ну, конечно, оно, вода свое дает, со временем и доски могут и погнить. Ну, увидим. Уже начнем делать там-то, уже увидим, что оно там будет твориться. Я как раз приехал, да, Светлана Ленова приезжала, звонила мне, Светлана говорила, виноград привезла. Я думал, что Лена приедет со своей собачкой, у Лены тоже есть маленькая собачка, но Лена приезжала одна. И Светлана как раз завтра будет с елками порядок делать, говорит, что будет брызгать. И розы. Ну, конечно, Светлане помогу. Но не знаю, я сегодня вроде смотрел по телефону. Передают на завтра дождь. Ну, посмотрим, какая будет погода. Так что уже скоро начнем ремонт делать. Да оно быстро. Пошпаклюю то я быстро. Я потолки быстро шпаклюю. Ничего страшного. Возьму лестницу большую и пошпаклюю. Это ничего, все сделается. Вильчик его не хочет идти домой, сидит со мной во дворе. Доля дома, а Вильчик не пойдет. Не знаю, что Светлана хочет с этим виноградом делать. Наверное, кушать, но что будем делать с этим виноградом. Я не знаю, сколько там взяли. Сейчас зайду домой-то посмотрю. Сегодня у нас нормальная такая погода. Тепло, ветра нету. Капитально на вечер. Ну, так... Говорится, долго не будет. Еще чуть-чуть и уже похолодает. Конечно бы не хотелось, чтобы завтра дождик был. Чтобы завтра еще бы побрызгали бы розы. И хвои бы все, хвойные деревья бы побрызгали. Ну, посмотрим, как будет, что сделаем. Светланка уже котам кушать дала. Вот там у нас коробочка там под воротами стоит. И Светланка постоянно им насыпает корм. Ну, почти 5 или 6 котов к нам приходят. Ну, это, конечно, два кота такие дворовые, я их никогда не видел. А остальные, то хозяина они имеют. Потому что я видел, как они там на заборе сидят и по двору у людей бегают. Значит, они не беспризорные. Ну, такое не жалко. Пускай все приходят и кушают. На здоровье, как говорится. Кто еще им поможет, как не мы. Да не только мы помогаем, конечно, вот на остановке сколько люди стоят, маршрутки ждут, а собак полно бегает беспризорных. То я видел, сколько людей выходят с магазина, кто хлеба дает, ну кто что может дают. Они там бедолажки бегают, они же не виноваты, что их выгоняют, как говорится. Люди заведут, а потом выбрасывают. Ну, сейчас зайду домой, посмотрю, что там за виноград. К нам Леночка принесла нам виноград свой домашний. Такой классный виноград, а пахнет как. Вы знаете, он не сравнит то, что в магазине покупают. Ты знаешь, мне даже некоторые из них Изабелла напоминает. Может, он какой-то сорт такой, но такой вкусный и бесподобный.
Что будешь делать, вино? Не, ничего, мы все это съедим. Она мне еще принесла пакет замороженного, слив принесла, замороженного винограда на компот на зиму. Спасибо ей большое. Мы уже так с удовольствием поели, мама поела. Я уже бы, я еще буду есть, мне он еще и очень понравился. Он, между прочим, не сильно сладкий. Я цепочку споял. Сделал, да? Да. Молодец. Поехал в ЦУМ. И запаяли цепочку. Он говорит, а что вы там одеваете какой-то кулончик? Я говорю, нет, говорю, хрестик маленький. Он говорит, с ней надо аккуратно. Я говорю, конечно, она у меня уже давно. Я говорю, я ее почти, то я никогда ее не снимал. Но запаял все. 200 гривен заплатил за пайку. А ты знаешь, Лена принесла мне сегодня вот такие, завтра будем с тобой обрабатывать. Называется ракус. Курс. А это для хвойных? Да, вот это сейчас, а это на весне надо будет спрятать, потому что это ядовитое для животных. И она говорит, что тут написано, тут флакон на 8 литров. И внутрь хорошо, по самому стволу, корень, все обработать хвойные наши. Да я уже когда-то так делал. А я сегодня лампу. Их все пообчищала, вот это внутри. Но оно же все попадало на землю. Лена говорит, в коре надо это же все обработать, надо собрать. Завтра надо будет собрать это все. Ну, у меня есть обрызгиватель специально, он, по-моему, на 10 литров. Вот это что попадало, все надо будет пособирать это. И завтра побрызгиваем. Спасибо. И розы надо пообрызгивать. Да, и розы надо тоже. Виля, ты что такой серьезно сидишь, а? Не надо, им по палочке еще будут сидеть, просить. Дай, сейчас я там купил. Вкусняшки. Я считаю, приехал он полчаса, говорит, за полчаса, говорит, я вам запаяю. Я подождал полчаса, как раз зашел в Макдональдс. И что ты там такое съел в Макдональдсе? Кока-колу. Всякую скипецу, да? Ну да, и котлетку да, такую. Да? Ну я люблю Макдональдс. Угу. Картошечку люблю. То ты будешь ужинать? Ну да, то что я там одну булочку съел и колой запил. А уже и про наших ребят не забыл. Да. Думаю, куплю купили им палочки. Вилли вкусняшку купили. Да там такого выбора, ничего не было, чтобы да, что-то покупать. А ты знаешь, что он сделал? Пришла Лена, поставила эти пакеты с виноградом. Виля залез в пакет, вытащил гроздь винограда. Виля, ты что, говорит? А ему нельзя, виноград нельзя ну, собрать. Ты угощаешься, и так себе взяла в рот большую гроздь и идет. Гроздь идет, да, Виля? Виноград собакам не можно. Не можно. Нельзя, нельзя, собакам да, нельзя. А Виля любитель винограда. Да, он любитель. Он сама вот, эта сама палочка от, от винограда, он любит ее грызть, да? Ну, как слушает, как ты. Оп, да. Все, уже ничего не даешь. Он решил да, косточку забрать. Больше ничего не дает. И убежать, все. Все, я сажусь и буду тщательно пережевывать, да, Виля? Он помалу ест. Ну не говори, что ты хочешь, чтобы я тебя раскусила, да? Не, не надо, он да, сам. Секатор возьми. А, так ломается. Он же, чтобы я его... Переломать? Переломала его, да. Еще хочет? На мелкие, да? Скажи, Вильчик. Лопай. Лопай. Кушай, Вильчик. Лопай. Ну, Доля схватила сразу. Лопай, сейчас приедет Доля, она поможет тебе. Она да, моментом забрала она моментом. Она тебе все определит, да. На по-моему, на завтра дождь передавали, я без понятия. Или нет? О, вы только сказали, скажи, я уже, и она уже съела, все, Доля уже облизывается. Вилли, она сейчас тебе поможет, Доля быстренько поможет, да? А Доля пришла такая ласкательная, у Лены на руках сидит, целуется. Лена говорит, боже, Доля, она ее так уцеловывает. Да. А Лена со своей не приехала? Нет. Я думал, со своей привезла собачку. Я представляю, она такая маленькая, интересно было бы посмотреть реакцию на нашу. Да. Ну, они ничего, играли себе. Очень добренькая такая, я тоже когда прихожу, она сядет, так ко мне на ручки идет. Да Долечка тоже добрая, она ничего, она не Лена бросается. Она вязала всяких костюмчиков, такие с капюшончиком вязаные. Доля, ты свое скушала и Вилькина бы съела, да, правда? Да, бай-бай. Все. Так что еле мы сегодня досмотрели тот сериал. Добро, что я включил, сколько нам там? Ну, хороший, был. Хороший сериал, правда? Ну, то, что долго он тянется, не знаю. Как он называется, я уже забыл. Не
метод Михайлова. Михайлова, да, неплохой такой, ну. Все бы были такими врачами. Да, фильм как такой Михайлов. Хороший. Если бы такие врачи были, как он, то, конечно, ну, навряд ли, я сомневаюсь, что такие есть врачи. Может, и есть, но... Не, ну, есть, но не все. Конечно, не все. Есть, но не все такие, это правда. Кусочек со вчерашнего моего блюда. Это на вечер что-то разогреть и скушать себе. Ну, конечно. Я тоже пробовала, чуть-чуть, очень вкусно. Ну, видишь, а я еще говорил, что тебе такого нельзя. Не, ну, можно немного, чуть-чуть можно попробовать. Там что, капусту? Мама тоже чуть-чуть пробовала, да? Я пробовала только пашечки капусты. Мама совсем чуть-чуть пробовала. Она пробовала, пачка пробовала. Мама первая попробовала и сказала сразу, что вкусное, не знаю.